Всем привет! Я Лючия, и мы будем смотреть отзывы к Gacha Life. Погнали! Очень крутая игра, всем советую. Но есть несколько минусов. Нельзя двигать вещи, аксессуары, как в гача-клубе. Нельзя поменять тело на худое или толстое. Неудобно менять лицо, можно только в главной странице. Это очень неудобно. А что тебе мешает просто скачать гача-клуб? Игра хорошая, можно создать классных персонажей. Большой выбор вещей, шапок, аксессуаров. Нельзя уменьшать тело, двигать голову, не добавили новые позы в обновлении, на многих позах пропадают предметы. У меня так с медведем, это бесит. А так игра отличная. Отзыв вполне нормальный, и к нему сложно придраться. Только про какого медведя имеется в виду? После этого дурацкого обновления стало дико неудобно. Мало того, что вещи добыли с гача-клуба, так еще и миллион недоделок. Надпись «Пасис» появляется в студии, когда ставишь персонажа. Экран темнеет время от времени, и приходится перезапускать игру. Так еще и кнопка студии не работает, когда хочешь от настроек персонажа перейти сразу в студию. Есть множество модов с вещами получше. Они замечательно работают, почему нельзя сразу сделать качественно, а потом выпускать? Вижу, у тебя есть претензии к обновлению. Но в нем есть и свои плюсы. Я думаю, приложение заслуживает более высокой оценки. Здравствуйте! Разработчики, ответьте, вы ленивые? Почему вещи из гача-клуба? Никто недоволен, у некоторых баги. Вы даже повторки добавили. Например, челку любую, но вы такую же добавили. Все просто не в восторге. Некоторые даже скачать не могут. Багов куча. Пока не переделаете, оценку не изменю, можете хотя бы убрать баги и повторки. Все это, что я от вас прошу. Да ты за себя говори, и не называй разработчиков ленивыми. Сама попробуй сделать обновление, небось даже кнопку нажать не сможешь. Совсем уже? Обновление ужасное. Так его ждала, думала, будут новые крутые вещи. Алу не просто перенес вещи из гача-клуба. И при этом некоторые вещи на персонаже выглядят странно. Вот если бы добавили изменение контура. Было бы классно. Еще и убрали мою любимую длинную футболку. Две звезды, верните старую гачу. Кто-то люди совсем недовольны обновлением. Ай, ну ладно, ну что ж, спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике.